вас все хорошо? Да, сэр. Папа, я хотел сказать спасибо за то, что помог с работой в клинике. Что тебе сказать, Рич? Что я должен был делать? Я потерял все. Представь, что я твой пациент. Что бы ты сказал мне? Что надо бороться. Да. Джейми, подыхаю. Мне нужен док. Держись, мужик. Я не дам тебе умереть. Ничего не спрашивай. Ты должен помочь моему брату. Если он умрет, я убью твою дочь, потом жену, а потом отца. Мне терять нечего, так что... Без фокусов. Все хорошо. Надо перехватить инициативу. Я знаю, что надо делать. Проваливай! Запритесь в доме и не высовывайтесь! Я вытащу нас! Ты не умрешь! Твой старик? Учись лучше! Беги быстрее!